Интермедиа-организационная. Здравствуйте. Вам хорошо слышно то, что я говорю, да? Вот эта музыка, обещали ее закончить 8:30, так что это с нами закончится. А вот эта музыка, я не понял, как ее выключить. Если честно, там вроде как сверху закрыт. Если среди вас есть какие-то энтузиасты, которые готовы этим заняться, я пока разворачиваюсь, может быть, тут есть какие-то мужчины, которые... О, я начал говорить, я начал сделать тише. Хорошо, все, уже все сделали тише. Спасибо большое, Вселенная. Кайф. Вот так это работает, походу. Прикол, ты видел? Все, кайф, это 8:30 выключается. Вот. Спасибо, что пришли. Те, кто специально, те, кто случайно. Скоро начнем. Это было так просто, такое ощущение. Максимка смотрел, что другие детки там находятся, сидят, или чем-то занимаются, и в этот раз вызвался быть возле Эдгара. Почти на сцене. Тебе, Тимофей, спасибо. Пошумим. Да, нет, тоже было шума нормально. Это прям то, что нужно. Всем хорошо слышно сейчас? Да? Оно чуть-чуть попозже будет, конечно, чуть-чуть легче и лучше слышно, потому что... Ага. Сейчас я буду решать вопрос. Спасибо. Сделали в кафе музыку тише. Круто вообще, что можно договариваться в этой жизни. Мне кажется, в этом вообще очень большая радость, что ты выигрываешь только когда получается ничья. По-настоящему выигрываешь. Когда все выигрывают. Да. Прикольно, мы все-таки пришли сюда. Привет. А поднимите руку, кто сегодня пришел целенаправленно? Так, все, стоп, боже. Таких прям, это было как-то... Хорошо, круто. Ну, здорово, значит здорово, что вы пришли. Мы тоже сюда вроде как целенаправленно пришли. Ну, каждый раз приходишь, это читать стихи. Красиво происходит. Вам эта музыка хорошо слышна, которая из колоночки? Да. Из микрофона? Да. А которая в сердечке? Хорошо слышно? Вот там вот самое оно. Можно подкрутить. Нет конкретно крутешек, конечно. Балдеж. Рассматриваю немножко вас, полулыбаюсь на вас, вы на меня. А я на вас, а вы на меня. Твоя улыбка не только твоя. Нам тепло от нее. Значит, наш. Представь, сколько жизни ты ею объял. Кто надел на себя ее даже. Ее не теряешь, если отдать. Лишь умножаешь. Послушай, мир во всем мире наступит тогда, когда мир внутри всех обнаружит. Из мельчайших крупиц гора состоит. Все мгновенья реальность творят. И улыбка в себе исцеление таит. Улыбка не только твоя.
чем нет? Я думаю, для тех, кто почувствует, что хочется им получить что-то, у нас сегодня тут подошел перед выступлением мрачный вролог, как тебя? Без отчества? Я просто к врачам привык по отчеству, ладно. Лариса подошла с цветами, и там прям и пациент сегодня подарил. Я думаю, что это классное предложение от нее, чтобы каждая девушка, кто почувствует, подойти туда. Но нужно, знаешь, как цветы давать им? Тоже вверх ногами. Чтобы никто не знал, кому какой цветок подойдет. Сейчас я по поводу цветов, по поводу всего расскажу. Сейчас, секунду. Ты это. Впереди это у меня. Корабля бегу. В общем, что у меня есть с собой? Раз вы пришли сюда на концерт, у вас должны быть билеты, так? У каждого. А раз то, что происходит сейчас, оно происходит вот в этом пространстве без времени, вот в этом окне между мыслями, то и каждый билет будет по-разному выглядеть. Направляю в свое сейчас каждого из вас. А это такие вот наклеечки с кусочками стихотворения. Спасибо, что снова приходите. Я вижу людей, которые приходят по второму, по третьему разу. Круто. В общем, что произошла по-настоящему магия, такая, знаете, как закат. Как улыбка ребенка. Вот такая магия, чтобы случилось. Что попалось именно то, что нужно сейчас. Необходима благоприятная почва внутри. А ее очень хорошо формирует специальная такая поза из йоги. Поза в йоге называется асанами. Я не то чтобы прям какой-то прокачанный йог, вообще очень даже нет. Но эту позу постоянно использую, потому что она единственная рабочая, как мне кажется, которая прям сразу. Причем вы можете даже никогда не практиковать йогу до этого момента, сейчас попробовать, у вас все получится. Это асана улыбасана. Вот такая. Ну, если не получается, попробуй произнести это 3 раза вслух громко. Асана улыбасана. Я хочу посмотреть, как у тебя не получится после этого. Ну вот, вот так делаешь, правда? И что-то меняется внутри. Ну хотя бы чуть-чуть, да? Такое. Позволяешь себе улыбнуться. А мир, он как зеркало. Он не улыбается тебе сам по себе. Но когда ты улыбаешься ему, он начинает отражать это. И сразу меняются какие-то декорации снаружи. Вот. И все, что остается сделать в этой жизни, когда ты делаешь эту асану улыбасану, просто подойти в это отражение и взять свое. И сейчас, кстати, и вообще в жизни. То есть это и про стикеры, и про любой момент в вашем пути. Правда же? За тебя твое никто не возьмет. Только вот стоит помнить о том, что кто стесняется, тот хуже проводит время. Поэтому подходите и берите свое. И сейчас, и в жизни. А те, кто хотят получить цветы, вот туда в бок подходите. И получаете этот замечательный цветок. Я думаю, что у нас прям... Если вы не получите, я вам сейчас покажу и сам раздам. Так же лучше сами подходите. Так, пожалуйста. Всем точно хватит. Хорошо. Давайте попробуем не скромничать, а не наглеть. Давайте попробуем найдем эту грань, тонкую очень. Я обещаю, всем хватит. Если каждый возьмет по одной, то хватит. Возьми для своей мамы, конечно. Если я просто не перепачкаю, мне вообще не жалко. Я думаю, что у меня есть больше, чем в этих руках. Они в мешочке спрятаны. Максик, садись. Что тебе выпало? Сегодня беленький, да? Давай читать. Можно брать, даже если я кто прозрачно всего просек, тот сочится ею любя. Ты не можешь знать все, а вот все знает тебя. Как раз тебе подходит. Пожалуйста. Мне еще есть, не переживайте. Все хорошо, все будет. Пожалуйста. Пожалуйста. Все цветы, которые не возьмете, я использую как декорацию. Так что давайте берите. Представляете, вот так вот в жизни происходит. Дают тебе цветок. А страшно будет. Я тоже взяла. Так. Это Ларисе спасибо. И пусть бывает твой сценарий был радужный на первый взгляд. Зачем упал, поймешь в финале. Как соберешь все пазлы. Класс, видишь как? Девушки скромные, а парни очень нескромные для своих девушек. Это самое классное. Ад.
рукопожатий, до объятий крепких. Каждый шаг рисует будущего слепки. Громкими речами, шепотом себя. Что бы мы ни делали, делаем себя. Всех подозревая и храня обиду, собственный фужер будет неотпитым. Накормив бродягу и простив открыто, колыбелью станет дряхлая корыта. Нет ошибок или правильных решений, только беспристрастная жизнь и отражение. Пусть в потемках памяти все искажено, совершенно то, что совершено. Мастер себе сам лучший ученик. Ну классно, видишь, почувствовал. Превзошел себя, разум подчинив. И в улыбке ясной произнес блаженно, что совершено, то и совершенно. Особенно эти аплодисменты, которые были там. Кайф. Это обалденно. Так люблю это. Нам через буквально, наверное, неделю куда приедут эти пледы новые. Ну, что-то непонятно. Короче, едут они к нам. Как только они приедут, мы свои старые будем пледы прям с собой брать. И вот здесь вот стелить для вас всех, для наших уважаемых зрителей на балконе. Ну, в смысле, вот вы там портер, да? Это второй портер, вот и вот балкон. Вот тут, я так понимаю, президентская ложа. Ты ушел со своей ложи президентской. Ну да, да, секьюрити, прикольно. Такие бодигарды. Обалденно. Очень здорово. Так, я с собой взял не просто так пианино, хочу, наверное, сегодня на нем поиграть. Там где-то не против, да? Я думаю, будет классно сейчас. Так здорово. Классно. Переместился я. Надо будет, короче, одного из только покупать, еще одно. Заряжать тут полную сцену. Кстати, друзья, будет, кстати, концерт, но там, где я не буду все себя сам переставлять, а там, где будет все уже стоять заранее. И будет прикольно. Билеты еще остались. Если что, вот тут вот есть QR-код. Его можно просканировать, найти этот концерт и, собственно, попасть туда. Он должен был состояться еще в марте, 8 марта, в павильоне Веры Холодной в Одесской киностудии. И его перенесли, и наконец-то дата переноса утверждена. Будет это все происходить 20 августа в том же самом павильоне. Вот. В чем особенность этого места? Я думаю, что не все знают, потому что я лично этого места не знал вообще. Не знал, что хорошо. Можно чуть громче его? Можно громче? Ну, наверное, громче не надо совсем. Вот так будет хорошо. Да? Екатерина, я смотрю на тебя, когда ты меня... По тебе ориентируюсь. Что будет, загадай.
Эта песня посвящается всем, кто так или иначе сейчас или вообще в своей жизни терялся в разных городах. Мне кажется, она очень актуальна для многих. Некуда спешить, прошить, все произойдет, как всегда спонтанно эти виражи. Разум не поймет, посчитая странным, откуда и куда Бермуды, города, что будет. Возвращаясь обратно, не возвращайся. Путь всегда продолжается, помни. Пусть геопозиция та же, прощайся с тем образом, что был удобным. Все по-новому, ты не твердый гранит, чтоб столетиями без изменений. Человек похож на текучий магнит с набором различнейших мнений. И если, вернувшись, вернутся суждения, тогда намагнитится то, что было до, и прошлого тенью закроет сияние поток. Только ты обновленный миру подстать, чтоб на пару с планетой вращаться. Повторять слова эти мне не устать, возвращаясь. Не возвращайся. Спасибо большое. Классно видео у тебя получилось, да? Как же рад этому факту. Можешь оставаться здесь лежать по телевизору? Прикольно. Здорово. Вам всем хорошо слышно пианинка, да? Чтобы в следующий раз... Угу. Супер. Все у нас тут построено, красивенько, боже мой. Вообще, я так рад, потому что он у меня... Это синтезатор есть? И оно было расстроено. Вы тут однажды когда-то, наверное, настроил, и все. И забил на это. И, в общем, у меня, да, вообще нифига денег не было, но я супер сильно хотел, чтобы оно звучало. И однажды у меня кто-то там... Я играл музыку на улице, и мне кто-то положил 500 гривен, и я думаю, вот это кайф, все, здорово. Я вызвал настройщика, и он очень долго не хотел это сделать. Он говорил, в смысле, на улице стоит пианино, нужно настраивать. А давайте, может, так, может, вы кого-то еще поищите? Я такой, давай уже, ну, мы уже с тобой дольше всех разговариваем. Он такой приходит, этот сквот, достаточно стрёмное место. В итоге я ему даю этих денег вперед, он такой, ладно, хорошо, смотришь, его там не убили никто. Так вот, чтобы вы понимали, он потом приходил в этот сквот чуть ли не каждые выходные и настраивал его чуть ли не бесплатно. Просто потому, что он понял, что это прикольно делать. Просто потому, что мы можем так делать в этой жизни, создавать такие места. И там я придумал для себя, что было бы круто, чтобы я на улице играл не только с гитарой, а и с пианино. Тогда я его купил и что-то решил про это вспомнить. Вообще кайфово. Кто-нибудь когда-то играл на улице? Поднимите руку, есть такие среди вас? Есть? О, класс! Класс. Ребята, рекомендуется вообще. Если честно, мне кажется, это даже если не умеешь играть, особенно если ты не умеешь играть, очень быстро учишься, кстати. Сразу, в прямом этом подключении. Твое сияние не только для тебя лишь. Нет пользы океану от плотин. Делясь с собой, себя не потеряешь. И с большим шармом опускаешь серпантин, уменьшись до великого предела и растворившись, посмотри, что стало
наружу, сквозь тебя. Всегда по делу скользят ответы. Тихо, неустанно. Лишь фокусы хранят в себе секреты. И оттого их можно понимать. А магия потока не об этом. Ее в слова и форму не поймать, но рифму, наблюдая даже в прозе и не сопротивляясь переменам, в какой бы ни оказывался позе, ты будешь своим искренним примером. Кто кажется себе набором фактов, тот по канону лепит изваяние и от шаблонов душновато как-то. Ведь мы не статуи, а истины сиянки. Спасибо большое. Когда же ты в последний раз, не опасаясь едких фраз от монотонных серых масс, проделал что-то в первый раз? Нырять куда-то, где не плавал, в глубины новых океанов, где новичок ты небывалый. Порой кажется так странно. Висит давно на шее гиря. А что подумают другие? Осознаешь мишенью в тире себя в огромном, страшном мире. Не думай, что другие скажут, ведь ты, по сути, им не важен. У эго своего на страже поверь им всем. Ужасно, страшно, но скоро все себя откроют. Как только овладеют волей, исчезнет то, что было болью, наполнятся сердца любовью. Мы укрепим добра эгрегор. Все больше песен, меньше треков. От каждого зависит это. Поменьше эго, больше эко. Только идущий, шагая уверенно мимо проекций, бежит размеренно, не слушая лекций, но слыша сердце, он сам легчает. Все концепции от отчаяния, от невозможности умом ироничным постичь вселенную безграничную. Во что бы ни верили, все реально. Мир материи парадоксальный. Пока ты думаешь, а вдруг, энергию ты тратишь тоже. Нам всем знаком этот недуг, так называемый попозже. Имен несчетное число, потом, как только, послезавтра, еще много-много слов, звучащих отовсюду мантры. Чем чаще ты реализуешь все то, что искренне приходит, тем и свежее сам ты будешь. Энергию мы лишь проводим. Она в руках у тех, кто может с ее потоком совладать. Живи сейчас, а не попозже, и тогда будет что отдать. Или сказать. Хочешь сказать что-то? Ну, смотри. Тут, кстати, если у кого-то есть стихотворение. О, у меня такое вот. Может, это вот поэтому произошло. А, если кто-то, у кого-то есть реально стих такой, который он написал, и у него есть ощущение, что это классно было бы сейчас поделиться с людьми, то в целом мне не жалко уделить возможность такому человеку. Я уверен, что это... О, только главное условие. Подожди, подожди. Слушай условия. Так, сейчас все такие смелые. Читать стих нельзя. Нужно рассказывать на память глаза людям.
Вот. Потому что вот эта история, это ничего не происходит с нами здесь. Это попробуй выучить его. Хотя бы четверостишь я туда. Это, я тебе отвечаю, это такой кайф, чувак. Это именно, это просто произойдет совсем по-другому. Хочешь так попробовать? Только с телефоном читать нельзя, договорились? А, ты просто деньги получишь. Блин, я думаю, что будет классно. Смотри, ну еще целый вечер впереди, эта акция действует сегодня до конца вечера. Только не надо делать это, пожалуйста, когда я говорю все, конец. И такой, пожалуйста, можно я прочитаю стих? Все уже ушли. Мы с Катей уже вызвали такси. Блин, классно. Ну, короче, это можно будет сделать. Я посмотрел вам в глаза, все так. Все, кто знает, что могут это сегодня сделать, начали смотреть в телефонах свои заметки. Я уже вижу ваши... Тут же темно, я вижу ваши телефоны, вижу, кто это делает сразу. Это прикольно, это очень красиво. Я верю, что каждый может создавать. Это 100%. И стихи, и музыку, и вообще и свою жизнь. Это не так сложно. Особенно, когда чувствуешь вдохновение. А что такое вдохновение, как не просто присутствие здесь? Если ты по-настоящему вот тут, а не где-то потом, есть такое ощущение, что оно как будто бы открывается изнутри, как в детстве. Опять этот вкус, опять этот вкус, который я никогда не чувствовал, этот запах. У вас бывало такое, да? Идешь по улице, по одной и той же улице, которой ходишь каждый день, и вдруг понимаешь, что никогда здесь не был вообще. Просто. И действительно никогда там не был, несмотря на то, что вот вроде как там же. Не бойся раскрыть себя перед Вселенной. Рискуй быть замеченным в свете своем. Ведь свет от тебя освещает мгновенно дорогу всем тем, кто рядом идет. Закрывая глаза, отдайся потоку. Позволь всем событиям произойти. Ведь времени нет. Это уловка. Чтобы ощущали себя мы в пути, есть только сейчас. Момент необъятный. Вкус и цвет жизни в едином мгновении. Ощути этот опыт, эксперимент, и осознай то, что ты был. Друзья, я вот про это еще сегодня ни разу не говорил, а вообще, ну, люблю про это говорить, потому что мне кажется, это очень здорово. В общем, писал стихи, и написалось у меня в итоге 4 книжки. И они есть вот сейчас все у Кати. Ну, в смысле, они не в одном экземпляре, а просто есть в разных экземплярах. Катя — это моя любимая супруга. Я люблю тебя больше всего в этой жизни, понятно тебе? Свету этих всех красивых гирлянд. Лежат книжки. Это необычные книжки, стихотворения, потому что я понимаю, что мы будем просто читать стихи на бумаге, непонятно, зачем это надо. Ну, я тоже, естественно, так не могу их читать, воспринимать. Поэтому придумали такую штуку мы. Перед каждым стихотворением в книге есть QR-код. Когда ты его сканируешь, слышишь, как я тебе читаю это стихотворение. Так, чтобы абсолютно каждое стихотворение, которое в книжке было написано, было и воспринято так, как оно было написано. И сейчас, и через 10 лет. Ну, в общем, всегда. Вот. Но главная суть этих книжек не в том, чтобы их читать, а скорее в том, чтобы в них писать. Я их позиционирую скорее как портативное карманное вдохновение. В конце каждого сборника есть 20 пустых черных листов и белая ручка в комплекте. Вот. Это про то, что каждый может создавать. И я верю в то, что это вдохновение распаковывается и сейчас, во время стихов, а не во время. Вообще-то, знаете, самое лучшее, что вы можете с собой сделать, взять пустой листочек, ручку и начать писать. Хотя бы, я не знаю, о чем писать. Вот взял ручку, пишу. Эдгар зачем-то мне сказал это сделать. Вот смотрю, что со мной происходит внутри. Ой, что-то происходит. Ну, знаешь, вот это вот. Просто попробовать вылить наружу. Блин, такое интересное бывает выходит оттуда.
Чтобы родить какую-то гениальную мысль, стоит родить хотя бы одну банальную. Потом она как-то перерождается. В общем, это я рассказал. Книжки вон там, можно их смотреть, трогать, щупать, приобретать. А эту песню много кто из вас не знает. Возможно, кто-то знает. Я сейчас сам буду ее узнавать. Она всегда звучит по-новому уже. Можно подпевать. Особенно, если не знаешь слов. Если знаешь слова, можно придумать другие, подпевать их. Можно те же все-таки. Я, честно говоря, не вижу ваших лиц, поэтому мне так смешно шутить. Я даже не знаю, улыбаетесь или улыбаетесь. Все себя тут просто развлекаются. Надеюсь, улыбаетесь, если честно. Мы играем в игру, всю нашу жизнь здесь правил нет. Ни за что не держись, победа не за финальной чертой, а всегда с тобой. Выигрышный лотерейный билет получает тот, кто вспомнит секрет. Только один вариант быть собой. Знаешь, какой? Абсолютно любой. Мантру со мной спой. Сейчас и здесь. Тело накопил, поедая еду лишь одно, и как бы наука того не хотела. Тело-то есть, а вот я не оно, не только оно, точнее сказать, есть некто, который воспринимает бытие тела, и эти глаза не судят, не думают, а принимают. Эти глаза видят мысли, и значит, я не есть мысли, я наблюдатель. Смотрите рассказа про полную сдачу. Читатель и книгоиздатель. За пределы игры игроку не пролезть. Реальность безличностно сочна. Ни капли сомнений в том, что я есть. Сам себе кумиром экспериментируй, позволь переменам открыть свои гены. Шикай и откровенно сияешь и моментно боль этого мира любовью трансформируй. Сам себе кумиром экспериментируй сейчас. Здесь. Я есть.
есть этот шарф? Если кому-то будет холодно, можно на него посмотреть. Шучу, можно взять. Серьезно, если реально кому-то холодно, ну, то есть... Только нужно предупредить меня, потому что можно с ним взять случайные синтезаторы. Вот, да. Все, больше у меня теплого с собой. А, чай еще есть, кстати. Нас люблю любовью без границ. Мы глубже книг, объемнее страниц, задорней шуток пирога вкусней. Зачем любовь дана, я понял с ней. Так очевидно стала красота. Себе открыто я вопрос задал. Чего еще тебе здесь не хватает? С ней даже ржавчина без вмятин золотая, своей улыбкой женской золотает от ран ума, и ледники растают. Все меньше суеты в поступках наших, все больше тишины у песен даже, но не уныние, а радости спокойной. Той светлой мудрости, что растворяет войны. Все тоньше нить, плетущая рассказ. Все меньше суеты, все больше нас. Я люблю тебя. Так радостно это было. Я думаю, боже, никого не вижу лицо, твое вижу. Там гирлянда, все понятно. Как понять, что идет от души? Есть ли какое-то правило? Я попробовал это решить. И кое-что вышло. Знаете, если попробовать жить с одним простым пониманием, никуда не нужно спешить. Сбываются все желания. Мозг порой кричит: этого нет в сценарии. И заслоняет лучи туманом негодования. У следствия много причин, и большая часть тайные, но в итоге все кирпичи построят огромные здания. Внутри каждого есть ключи к настоящему созиданию. Но мы так редко молчим, заслоняя словами внимание. Так что же идет от души? То, что не вычеркнешь маркером. Если можешь не писать, не пиши. Всех стремился обогнать. Эту цель ему внушили социум, отец и мать. Только трассы нету вовсе. Ездил он туда-сюда. Лето же сменяло осень, за годами шли года. И так сильно закатался, что забыл один нюанс. Разучился он питаться, будто бы какой-то транс. Он забыл, что управляет автотранспортом внутри, и машину заправляя, себя голодом морил. Ощущая голодовку, заезжал он на заправку. Только мало было толку для него от той солярки. И так часто заправлялся, что и бензобак набух, постепенно замедлялся. Узнаешь себя в нем, друг?
Когда гонщики повсюду кажутся вполне нормальным, быть усталым и угрюмо ожидать концовки дальней. Ну и как бывает, в сказках нету худа без добра. От того, что был потаскан, ездил медленно тогда. И поскольку не спешил, встретил он велосипед. А на нем она ожил, вышел из машины вслед. Если вы не знаете, это простое обычно сирийское слово, то добро пожаловать на экспресс-курс по магии. Подготовительный в Хогвартс сегодня проходим здесь. Если вы слишком взрослый для этого, то я вас поздравляю. Сейчас можно... Ну, вас вообще даже не видно. Все хорошо. И будет так громко, что даже слышно не будет. Можно крикнуть, можно позволить себе быть собой. Можно не кричать, если не хочешь. Но это просто весело сделать, окей? Я не буду даже как бы на этом акцентировать, просто буду закручивать странички, а вы громко все, кто захочет, крикните. Окей? Трансгрессируем. Обожаю свою жизнь. 3, 4! Трансгрессируем! Прикинь, стих называется «Тишина». Опа! Тише! Чем ты тише, тем ты... ближе. Когда разум неподвижен, ты не выше и не ниже. Ты не лучше и не хуже. Видно звезды через лужи. Когда тих и простодушен все твое, моря и суши. Где бы ни был, всегда рады. Ведь не в поисках награды, а сиянием под даты открываешь им врата ты. Тише. Суета в уме излишек. Только тот потоком дышит, кто ответы взял не с книжек. Громче всех твоих страданий в этом мире лишь она. Все звучанье мироздания умещает тишина. И сколько мне было звуков, в нее все поместится. Это так удивительно. Правда же? Все. А вроде как бы нет, никуда не тыкнешь, вроде не она, а вроде все она. Обожаю это. Она всегда с нами, правда же? Как будто бы... Если все не под контролем, то, возможно, над подобием системы сшитой не в попад. Не сопротивляясь жизни, вечность,
вместо череды попыток удержать контроль над контролем очутишься, отпускай роль. Над контролем видно солнце, как над облаками. Видно, что сияние жизни скрыто ярлыками. Образуется трамплином иллюзорный спад. Если все не под контролем, то возможно над. Без швов, как и диффузия звука, сколько бы слов в тишину не пришло, все они входят без стука, слоями ложатся один на другой, красками тишь омывая. Не нарушает вечерний покой пламя, что рядом пылает, не искажает звук тишину. В ней он родился и гаснет. Будешь собой всегда потому, пусть разум ловок и дразнит, внешнее все не вовне, а внутри воспринимаемо густо. Видеть старается, не только смотреть. Без восприятия пусто, как в тишине место звукам дано, так же и мы не случайно местом для света нам быть суждено, чтоб приумножить звучание. Так радостно, друзья. Так кайфово. Я хочу закончить этот вечер песней. И вот так вот сейчас буду идти сюда. С этим микрофоном сразу. Так. Напомню вам всем, что я вас очень люблю. Вот что я хочу напомнить. Вот это вот по-настоящему. Спасибо огромное, что сегодня пришли. Пришли, кто пришли случайно, как они думают, или те, кто пришли случайно, как они думают. Ой, специально. Путаю эти слова. Они же одно и то же значат, поэтому... Так. Слышу звуки... приехавшие машины в болте у кого-то с телефона. Вы тоже слышите, да? Мне не кажется, хорошо. В общем... Stop.
Помолчи. Закончился такой прекрасный вечер на Лонжероне. Мы побывали на потрясающем концерте Эдгара Винницкого. Сейчас уже едем домой. Я уже третий раз в это время, поэтому в этот раз мы уже позаботились о транспорте. За нами с Максимкой приехал мой муж. Сейчас около 10 часов вечера, и уже на общественном транспорте уехать нереально, и даже такси вызвать довольно сложно. За окошком уже темно, мы сейчас проедемся по ночному городу, ну, может быть, что-то разглядим. Максик затих в машине, и я вижу и чувствую прямо, что он хочет вот эти эмоции, эти ощущения, которые он получил в этот волшебный вечер, как можно дольше продлить и удержать в себе. Это видео длилось около часа, и если вы досмотрели практически до конца, значит, вам было интересно, значит, что-то вас зацепило, вы раскрылись, прочувствовали эту атмосферу и этот мессендж. В одном из комментариев вы сравнили Эдгара с Вертинским.
Если прочитать его биографию, то он был эстрадным артистом, киноактером, композитором, поэтом и певцом, и кумиром эстрады. Эдгар тоже закончил театральное, он композитор, пишет тексты и пишет музыку, поэт и певец. И, конечно, у него есть почитатели, потому что приходят непосредственно к нему, целенаправленно. А если попали случайно, то в следующий раз уже получается наоборот. Еще радует и располагает то, что он выходит играть на улицу абсолютно бесплатно за свободные донаты. Можно сказать, что он дарит свое творчество, свою энергию, делится своими мыслями и произведениями. Как он сказал в одном из интервью, «Меня зовут на корпоративы и предлагают организовывать выступления. Вот на них я уже зарабатываю, а потом трачу деньги на улучшение аппаратуры. И снова иду на улицу играть для всех». Благодарю вас за просмотр, за интерес. Оставляйте ваши комментарии, не стесняйтесь. На своем канале я выделила отдельный плейлист под названием «Эдгар Винницкий». И если хочется чего-нибудь философского, можно непосредственно его просмотреть. Всего самого наилучшего, благополучия, мирного неба над головой. Пока-пока, до новых видеопрогулок!